Машину нам отдали размороженную, сами сделали, перебрали все. С огневой ни разу не выезжал, не менялся, потому что машину жалко давать. Потому что не, ну, я сюда в душу вложил эту машину. Приехали мы в мае месяце, десантники плакали, потому что поддержки не было. И они не могли ничего сделать, потому что их кроют, они минометом не достанут, потому что установки града, их крыли, а они не могли ничего сделать.